Во всех случаях он действовал одинаково. Облачившись в маску или просто прикрываясь папкой, врывался в офис микрозаймов, громко кричал, махал перед шокированными сотрудницами предметом, похожим на нож, и приказывал девушкам отдать все деньги. Испуганные потерпевшие даже не успевали нажать на тревожную кнопку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления МВД России по городу Саратову за совершение ряда разбойных нападений на объекты микрофинансирования в городе Саратове задержан житель города Саратова 77 года рождения, ранее неоднократно судимый. Задержанный может быть причастен к 6 разбойным нападениям на офисы микрозаймов, расположенных на проспекте Строителей, Тархова, Астраханской, Чапаева и Вавилова. В общей сложности добыча злоумышленника стала более 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбойное нападение». Максимальное наказание предусматривает в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Анатолий Чернов, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.